Всем привет! Мы находимся в салоне All Time, Русаковского, дом 1. И сегодня с Алексеем рассмотрим, ну, конечно же, тему, которая всегда вызывает такой повышенный ажиотаж, даже иногда резонанс, это наши отечественные часы, вот которые сейчас в реальном времени вы можете найти в салоне All Time. Поехали! Наши отечественные бренды – это то, что, можно сказать, прямо мы получились молоком матери в какой-то момент. Потому что ты родился, ты смотришь у дедушки, у папы, на стене, и все эти бренды, они, конечно же, прошли сквозь десятилетия. И, конечно, мы рассматриваем эти часы в рамках этого выпуска и сами себе задаем вопрос, насколько они актуальны сейчас. Да. Вот, кто-то относится с ностальгией, кто-то относится слегка скептически. Мы, собственно, все ваши варианты принимаем в комментариях, но все-таки поподробнее с каждой следующей моделью разберемся и начнем со штурманских, потому что штурманские — это всегда часы и три восклицательных знака. Ну, это же хорошие часы, это же штурманские часы. Что вот в этой модели? Ну, эта модель вообще интересная, уникальная. Модель была приурочена к запуску первого спутника, о чем, в общем-то, говорит ее дизайн. Да, здесь расположена информация о спутнике на задней крышке часов, гравировка, дата, когда все это произошло, 4 октября 1957 года. Глобус у нас располагается непосредственно на самом циферблате. Если говорить про сами часы, часы достаточно такие спокойные, аккуратные. Это у нас кварцевый трехстрелочник. С небольшим усложнением есть второй часовой пояс. Дополнительная стрелка, да, вот такое вот мировое время второго часового пояса можно настроить и всегда смотреть, соответственно, время. Ну, вот именно в первую очередь часы именно интересны тем, что это такая лимитированная серия в честь запуска спутника. Часы, повторюсь, кварцевые, механизм здесь швейцарский установлен. К сожалению, большинство отечественных часов используют механизмы зарубежного производства. У нас это было утеряно, но вот по чуть-чуть, постепенно сами наручные часы, само производство, оно восстанавливается. В общем, нет ничего такого, что какой-то бренд, какая-то компания использует механизмы, закупаемые на стороне. Это нормальная практика в часовой индустрии. С этого многие начинают, и потом со временем уже приходят к производству именно непосредственно своих собственных механизмов. Будем надеяться, что к этому у нас тоже все идет. Пока вот, в общем, получаем такой вот вариант. Ну, собственно, те часы и те механизмы, которые были, к сожалению, утеряны, они же были невероятного качества, в том числе экспортировались много и далеко в том числе. Поэтому в данном случае надеемся на то, что все вернется на круги своя, как говорится. Но наследие это осталось, да, как бы дизайны остались, технологии какие-то остались. Мы пытаемся это возродить. Здесь у нас стальной корпус с IP-покрытием. Здесь у нас гравировка, как я сказал, на задней крышке, кожаный ремешок, минеральное стекло, хорошая точность хода, швейцарского механизма, так что да, интересно. Не хватает только еще гравировки, которую можно сделать самостоятельно, например, там сыну от папы, да. Если ну, это можно сделать самостоятельно. Можно сделать самостоятельно, и все. Это абсолютно лимитированная и такая и эксклюзивная модель, особенно для тех, кто вот горит космосом, для тех, кто прям любит все, что с ним связано. Не просто мечтал когда-то быть космонавтом, а вся вот эта космическая тема, она ему очень-очень интересна. Не просто, знаете ли, нашивка с четырьмя буквами латинскими, а вот нет, действительно, то, что вызывает еще чувство гордости за историю космоса в нашей стране. Что мне нравится вообще в принципе в наших отечественных часах, так это то, что каждая марка, каждое следующее название, оно вот говорящее, в какой-то степени даже кричащее. Вот часы «Слава». В принципе, когда начинаешь даже вспоминать об этих часах, сразу как-то немного расправляются к плечи. Ну а здесь мы посмотрим на эти часы, и они, по моему мнению, смотрятся очень стильные. Да? Очень стильные, очень аккуратные, нарядные и элегантные. Но есть же какие-то и свои технические особенности. Ну, по поводу технических особенностей, продолжая, в общем-то, идею предыдущих часов штурманских, это тоже кварцевые часы, тоже достаточно так минималистичное исполнение, трехстрелочник аккуратный, с дополнительной индикацией даты, которая располагается в районе 6 часов. Единственное, что если в штурманских у нас механизм был швейцарский, здесь у нас механизм кварцевый японский установлен. Что интересно, вот дату сказал, что вот они на руке, да, достаточно элегантно, хорошо смотрятся. Миниатюрные. Миниатюрные, да, 38 миллиметров диаметр, можно сказать, что модель унисекс и на мужскую, и на женскую руку. В данном случае они в таком зеленом цвете представлены, плюс у них циферблат такой вот зеленый с нанесением лучей по технологии Sunray, как раз вот типа лучи солнечные, которые расходятся, переливаются. Есть другие цветовые решения, там синие, красные, пожалуйста, можно посмотреть какие-то. Запас хода, там производитель говорит, это от года, точность плюс-минус 1 секунда в месяц. Часы называются «Слава традиции», ну и вот можно сказать, что да, это какой-то традиционный костюм.
костюмник аккуратный, все хорошо очень выполнено, стальной корпус с полировкой, минеральное стекло, вот защита минимальная, в 3 бара, в общем-то, под дождь можно попадать, но купаться, плавать не рекомендую, ну и плюс здесь, конечно, кожаный ремешок, который... Это не для купания, конечно. Не для купания, да, все-таки это именно часы для костюма, скорее, для какого-то такого мероприятия. Повторюсь, именно элегантный, аккуратный трехстрелочник, который... Ну, отчасти что-то от спорта может быть есть за счет этих лучей, но в массе своей это именно классические трехстрелочные часы, без каких-либо усложнений. Но при этом смотришь на циферблат, есть такая у него вот глубина за счет градиента, ну, помимо Sunray, смотрится очень красиво, и метки вот с этим блеском, они как будто, ну, как будто инкрустация каких-то камней таких полудрагоценных смотрится. Стекло еще такое сферическое отчасти, поэтому не кажется циферблат маленьким, хоть и 38 мм диаметр, да, может показаться, но вживую выглядит это вполне презентабельно, вполне аккуратно. Ой, посмотрите, для тех, кто любит ретро, вот здесь на задней крышке вот эта гравировка «Слава» 1924, ну, слезу прошибает, если честно. Ну, прям действительно, очень и очень мило. Ну и, конечно же, по-прежнему очень элегантно. А еще может быть такой достаточно приятный, ну, такой семейный лук, как-то модно сейчас говорят, когда и у него, и у нее, учитывая, что есть еще разные цветовые решения, у него зеленые, у нее, предположим, красные или бордовые. Будет очень-очень здорово. Продолжаем обсуждать наши отечественные часы, марки которым много десятилетий, чуть меньше, предположим, истории у них, но в любом случае они интересны своей историей и своим дизайном, и своей механикой, если она, конечно, там присутствует. Сейчас вот бренд «Молния». Ну, вот есть такое, знаешь, странное чувство, вот до этого были миниатюрные часы «Слава», и сейчас такие прям сразу бах, большие, брутальные «Молнии». Ну, для мужчин такого серьезного, с таким мощным запястьем. Что расскажешь? Я прежде чем что-нибудь рассказать, хочу от себя тут дополнить, что вот когда смотришь их там в интернете на картинках, кажется, блин, очень прикольные, интересные часы. Но вот как ты сказал, после «Славы» особенно они очень большие. Это вот надо учитывать, то есть вживую надо посмотреть. Часы действительно крупные получились, массивные. Ощущаются они очень тяжелыми, такая их в руку берешь. И это вот такой вот нюанс, который надо вживую именно прийти, посмотреть и понять, что несмотря на то, что это «Молния» и коллекция называется «Этюд», вот это часы «Этюд». Вот такое изящное название «Этюд». «Этюд», да. «Этюд». Да, здесь это, скорее, грубо так более звучит. Вроде как часы вдохновлены там классическими музыкальными инструментами, всеми этими линиями плавными, но по весу, по ощущениям, по живому, это действительно вот «Этюд». Когда у тебя такие часы, скрипочку держать тяжело. Будет немного тяжеловато. Из технических характеристик, во-первых, начнем с того, что это механика. Если предыдущие две модели эти были кварц, то это механика со своим собственным механизмом, то, что вот я говорил, что постепенно возрождается производство полного цикла, здесь собственный механизм. С запасом ходов 42 часа на 22 камнях с 20 тысяч полуколебаний в час. То есть там погрешность, там, опять же, плюс-минус, там, плюс 2, минус 3 секунды получается. Интересно, реализована секундная стрелка, да, это не секундная стрелка, которая идет вместе с часовой минутой, а отдельно дополнительный циферблат. Стальной корпус, ну, это ощущается, сапфировое стекло, кожный ремешок, да, все вот приятно это сидит. Тоже можно сказать, что часы скорее костюмные, нежели спортивные, но вот, опять же, нюанс с весом, но надо учитывать. Но костюмчик должен быть на вырост, мне кажется, с такими часами. Ну, возможно, это какое-то сочетание джинсов, рубашки и пиджака, и вот тогда такие часы будут более чем презентабельны и лаконично смотреться таким внешним видом. Под классическую тройку, может быть, и нет, хотя, опять же, какие размеры. Потом это такая же тоже стремление быть максимально актуальными с учетом всего часового рынка, а ведь есть же эти прям характерные бренды, у которых прям только большие часы. Есть, да. Только огромные часы, там, не знаю, черепа, еще что-то прям. Они очень большие, очень тяжелые. В данном случае, конечно, стилистически совершенно другое решение, но по массивности, ну, прям для тех, кто хочет, чтобы было что-то побольше, почему бы и нет, вот прекрасно. Опять-таки, это тоже такая классика, и черный ремешочек смотрится тоже достаточно да, стильно. Да, то есть сочетание цветовых решений, такого жемчужного серебра, стали, аккуратного черного ремешка, да, действительно классическое исполнение, но вот так, с определенными нюансами. Такой суровый консерватор. Да. Продолжаем обсуждать часы наши родные, отечественные. Михаил Москвин. Очень интересное решение с точки зрения дизайна. Так хочется, чтобы там сейчас закрутился внутри пропеллер.
Но вот. Нет. Но нет. Но, знаете, помимо всего прочего, также масса всяких интересных элементов здесь присутствует. Ну, бренд, казалось бы, сравнительно молодой. Ну, как молодой? С одной стороны, да, там, грубо говоря, середина нулевых, там, 2006 uh-huh. год, когда они стали заниматься непосредственно наручными часами. До этого, на самом деле, Михаила Москвина многие знали, это настенные часы, uh-huh. либо настольные часы, ну, чаще настенные, в очень разных дизайнах, разные по стоимости, у многих они дома существовали. Сам завод Михаила Москвина, он существует аж там с 1882 года, то есть история богатая, но, как многое в нашей стране, да, были перезапущены, скажем uh-huh. так, на какой-то момент они потерялись, сейчас вот они возвращаются. И в том числе возвращаются к наручным часам. Вот эта вот модель Elegance коллекция, uh-huh. С одной стороны, такая футуристичная за счет вот турбины некой, uh-huh. которая находится на циферблате, как ты заметил, да, она статичная, uh-huh. но прикольно реализована подсветка. Здесь люминесцентное покрытие, uh-huh. пространство между лопастями, uh-huh. и плюс люминесцентное покрытие стрелок, поэтому в темноте они светятся. Плюс ко всему это механика, uh-huh. механические часы, uh-huh. 21 камень, запас хода 41 час, 21600 пол колебаний. В час... Это достойные характеристики. Да, это хорошие uh-huh. очень характеристики. И вот я сказал, да, с одной стороны, циферблат такой футуристичный, современный, трендовый сейчас, эти турбины, они очень пользуются способом популярности. Ох уж эти турбины! Но, с другой стороны, если мы смотрим на корпус часов, то мы, uh-huh. на самом деле, с вами увидим, что по факту это старые классические карманные часы, такой вот полубочонок, да, с отдельной заводной головкой, которая хорошо видна. То есть это нас возвращает к такой часовой наручной классике, а с чего все начиналось? Начиналось все с карманных часов, в котором приваривали дужки и одевали ремешок. И здесь опять ремешок нас возвращает к современным тенденциям. Нейлоновый ремешок, покрытый таким каучуковым каким-то раствором, системы быстрой самостоятельной замены. То есть у нас такое их сочетание. Быстро можно снять. Можно быстро менять эти ремешки, ага. то есть можно докупить себе там других цветов и, соответственно, хотим более классического образа, одели вот такой черный. Там синий, красный, болотный. Прям... Чего-то летнего ага. яркого одели, соответственно, что-то более летнее яркое. Это можно делать самостоятельно, без доп. Инструментов, просто отодвигаем защелку. Часы у нас стальные, с IP-покрытием, под такую вороненную сталь, сапфировое стекло. Угу. На задней стороне часов стальная задняя крышка, но с специальным окошком, где можно посмотреть, как работает ротор. То есть вот они у нас механические, с автоподзаводом обязательно, про это uh-huh. надо помнить, то есть ими надо пользоваться. Продолжая всю вот эту вот историю наших часов, которые были до этого, это опять же такая спокойная классическая механика в плане того, что это трехстрелочник без каких-либо усложнений. И uh-huh. по корпусу можно было бы сказать, что классический, но за счет нейлонового ремешка, за счет турбины на циферблате, uh-huh. они такие, ну, действительно спортивные. Uh-huh. Что-то такое в такой легкой авиационной тематике, есть хотя бы там такое, издалека, да. но да. Есть об этом намек. Но опять-таки, если вдруг вы хотите, чтобы ротор вращался, в салоне All Time найдутся и такие часы, просто с другой ценовой категории. Но с другой стороны, вот здесь, вот для того, чтобы почувствовать это всю эту тематику, вот, пожалуйста, прекрасное решение. И даже вот на моем немаленьком запястье смотрится тоже достаточно здорово, классно. И весь этот блеск, конечно же, и от лучей, которые бегут в разные стороны, ну и подсветка. Поэтому, если вдруг будут сумерки или рассвет, вот этот циферблат будет здорово играть. Светится, да. Класс. Если я прямо сейчас будем, ну, надо выпрямиться. Потому что одно дело командирские часы, другое дело генеральские часы. Вот еще одно невероятное решение. Здесь, конечно же, все пронизано патриотизмом. Ну и, конечно же, гордостью. Потому что здесь, ну, как подарок, мне кажется, для какого-то серьезного события, как будто для юбилея. Да. Ну, какие-то есть особенности здесь? Ну, во-первых, мне самому «Восток» очень нравится за счет того, что из всех наших часовых производителей это компания, которая, в общем-то, занимается полным циклом. Mm-hmm. То есть это мануфактура со своими механизмами, сами делают корпуса, да, сами все это собирают. Это круто, это действительно говорит нам о том, что, ну, возрождается, да, не спеша, не в тех объемах, это там не 300 миллионов единиц. А что, вот, кстати, вот, а что дороже купить? И ставить японский или швейцарский какой-то базовый, или mm-hmm. же свой собственный разработать? Свой собственный, конечно же, свой собственный значительно дороже. У тебя должны быть свои собственные инженеры, mm-hmm. да, которые занимаются разработкой. Плюс то, что есть уже там швейцарское либо японское, надо понимать, это производится там не в сотнях, не mm-hmm. в тысячах, даже не в десятках тысяч, не в сотнях тысяч, поэтому, скажем так, себестоимость очень-очень низкая у таких uh-huh. механизмов. Да, они хорошего качества, uh-huh. И они очень доступные. Когда у тебя небольшое собственное часовое производство, тебе надо, допустим, делать там, ну,
10 тысяч калибров, угу. ты, естественно, ну, не можешь себе позволить срезать, так скажем так, издержки производства. Ты за что-то переплачиваешь. Угу. Наконец получается дороже. Плюс, повторюсь, это сейчас только начинается, поэтому ну, приходится совершать какие-то ошибки. Ну, да, это... еще чего, что-то где-то не отлажено. Это такой взаимный энтузиазм получается. Энтузиазм со стороны тех, кто разрабатывает эти калибры, и в том числе энтузиазм людей, которые их для себя выбирают, понимая, почему они это делают, и даже в какой-то степени переплачивают. Ну, опять же, да, вот ситуация, когда это было в Советском Союзе, когда там был первый московский часовой завод, мы про него говорили, второй московский часовой завод, мы тоже про него говорили. Это вот Часопольский часовой завод, соответственно, Восток. Эти часовые заводы, они производили огромное количество механизмов, потому что это на весь Советский Союз, рынок был закрытый, и все остальные производители использовали эти механизмы. Сейчас компания «Восток» производит только для себя, и, соответственно, у нее поддержки от государства в том плане, что вы не можете никакие другие часы приобрести, нету. Ассортимент огромный, выбирай, что хочешь. Поэтому, к сожалению, и таких мощностей им сейчас недоступно. Но, может быть, со временем, да, опять же, они выйдут на какие-то объемы, выйдут на мировой рынок, и их механизмы начнут появляться, как это было в Советском Союзе, когда советские механизмы появлялись там в иностранных брендах. Такое было. Да, те же самые «Славы», например, этим занимались, они продавали. Да, и «Восток» это тоже делал. С богатой историей генеральские часы, действительно, как ты сказал, какой-то такой в подарок чиновнику, военному, Госслужащему, ярому патриоту, пожалуйста, любителю России, да и просто человек, хорошему человеку. Человек, да. который любит свою страну. Ну, по исполнению, да, у нас продолжение, в общем-то, той истории, которая была. Аккуратные трехстрелочные часы с индикацией даты, дополнительная индикация даты в районе 6 часов. Это механика, 38 камней, запас хода 31 час, меньше, чем у многих других. Но, повторюсь, вот собственный механизм, калибр, это делает, в общем-то, большую честь. Многие часовые любители, коллекционеры, они нагоняются за часами, которые вот там полная мануфактура. Потому что, опять же, есть там часовые производители, которые в одни модели ставят свои механизмы, в другие ставят механизмы, ну, там, японские или швейцарские, купленные. Не хотелось бы сейчас вспоминать бренды, которые берут, например, механизмы не японские, не швейцарские, а другие. Ну, есть и такое, есть да. Есть еще и другая страна, которая в том числе и калибры делает не сотнями тысяч, а миллионами. А вот здесь, пожалуйста, тот самый наш родной и хорошо работающий. Да. Так что, если есть желание приобрести такие вот русские часы, российские, пожалуйста, «Восток» генеральская модель, это интересное решение в этом плане. Прекрасное решение, осталось только выбрать из всего ассортимента свое, а сделать это в салоне All Time очень и очень просто. Ну что же, очередной раз огромное спасибо, Алексей, за диалог. Очень интересные модели. Осталось только разобраться, какие вам больше нравятся. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, конечно, обратите внимание на то, что сделано исключительно в нашей стране. Интересный дизайн, а может быть, и вот, пожалуйста, лаконично и с возможностью подарка, например, своей любимой женщине. Подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно увидимся в следующих выпусках здесь, на канале All Time TV. Пока-пока.